Всем привет, друзья, с вами Предатор. Сегодня у нас будет снова же прохождение Death of Per Knossos. Я в прошлый раз неправильно его назвал. Со мной мой друг Energy Fight. Сегодня у меня он в гостях ночевал. Это не важно. Вырезаем. Так, в общем-то, ему понравилось это прохождение, и я думаю, этого достаточно, чтобы проходить дальше, потому что мне она самому понравилась. Ну что ж, мы остановились на моменте, когда мы купили ножичек и... Чё за херня? Чё за хинья? Вроде обучения нету. Значит, продолжение идет. Я же сохранился. Да, я сохранился, фух. Все, берем. Вот так вас всех накручивать будем. Ну, кто следующий? Покажись. Это не для меня. Зомбаки. До свидания. Ну, здесь, естественно, ключик будет. Как я угадал? Мид. Что здесь делать? Fuck you. Бывает? Что тут скажешь-то? Он нажал на сканер. Засранец. Ладно, дубинкой во всех будем. Нет, не дубинкой, все. Так. Не, я сюда не попадусь. Мне мало. Сколько тут надо книжек? А, две. Все, разгадал. Ура! Там монетка. А, нет, это ключик. Зачем второй-то? Че ты говоришь шепотом? Говори полный голос. Тебя уверен, я не будет слышно, если ты будешь говорить такой голос. Монетки! Ну ключик про. Нахуй иди. И хлеб! Вот так тебе, пороже. Пороже ему врезал. Все, тебе конец. Да все, он теперь лох. Откройся. Окей, давайте. Вот так тебе. Все, все, он лох теперь, все. Дайте мне монетку. Дайте мне монетку. Да-да-да, я все знаю. Меч! А, это типа кинжалы. Я могу взять кинжал тут. Пробежал, пизданул, ушел. Все нормально. Это норма. И чё? В чем дело? Где? Говори погромче. Тут нету. О, дринк. Ненавижу тебя. Это опять какой-то туманище у меня начался. Наркоман. Понимаешь, сам, да? Наркоман. Павлик. Так, о, что это? Ух ты. Да. Я уверен, что тебя не будет слышно. А ну нахуй тебя. Ха, блин. А, не повезло, не фортно было. Ну ладно, ключик есть, пора валить отсюда. Чувствую, здесь будет очень легко. Где выход-то? Черт, а вот с выходом придется потрудиться. А, нет, не... А, он выдохся. Давай. Молодец, все. О-о-о-о. Все. Это книжка. Тоже хорошо. О! Тут нога.
Это нога была. Типа крутой, да? А, стоп, сколько у меня монеток? 6 монеток. Блин. Не, Гэндальфы нахуй. Чтобы, если отбиваться, если... Все было спокойно. Я спокойно проходил эти уровни. С легкостью, без проблем. Пока не начались следующие уровни. Включая и этот. Сука, че за пиздец я сказал? Это очень быстро проходит, вы не понимаете просто. Посмотри, может, его можно не кидать? Нет. Тш, безвали. Слышь, ты Гэндальф, иди сюда. Ладно, не надо. Надо бросить. Нихера себе. Вот это уже эпик, по-моему. Что? Смотри, ножик упал. Если что... Кто? А, это обычный, мне показалось. А что если в него... Как-то... Давай. Тш! Копье пропало. Ай! Да. Так, постой здесь, пожалуйста. Я хочу пойти дальше. Ну ладно, не пошел я дальше. Бывает. Кстати, возможно, его можно убить. Нереально. Возможно, его... У меня не хватает денег на него. Все, погнали, сейчас мы его зарубим. Ой, уже что-то другое. Нету монет. Ты где? А вон он. Какой это лабиринт, ты чё? А, тебе смотри, все обваливается. Блин. А, мне, наверное, надо... Ой. Ой! Лава! Fuck you! Наверное. Может, надо подходить с копьём, но там тупик. Блин. Нате. Мне ножик взят? Да, отлично. На дубинкой. Блин. Где? Так, что у нас еще здесь? Мало. Знаю, поэтому надо становиться на высоты. Значит, надо на высоты встать. Вау. Он убежал, все. А, во, он подох. Вот, я так и думал, что надо было. Все, перестал лава течь. О. Да, источники-то перестали идти. Возможно, там сейчас проход открылся, да. Проще простого. Ух ты. Я какую-то монетку открыл. Чё, правда? Нет, неправда. Смотри, где я. У меня есть оружие? Типа да, наверное. Нет. А, чувак, смотри, тебе нам сюда надо. Новая эра. Ух ты! Сколько книг! Почему их нельзя взять? Потому что барашек.
Ноль. Пошли сюда. Пошлите. Пойдемте в ноль. Че, правда? Не шутишь? Блин, тут оружия даже нету уже. И Гендальфа нету. Чувак, это не первый уровень. Ой, какие-то звуки. Какой-то богомол летающий какой-то. Ёб твою мать! Это какая-то херня. А, это. Медуза. Горгон, медуза. Офигеть! Вот это уже сложнее. Нафиг так жить? Это странная игра, мне кажется. В смысле? В смысле странная игра. Почему странная? Ну, куча уровней, как то. Я кого-то слышу. Гидра! Где ты? Подходи! Ну чё ты, иди сюда. Я её убил. А, я ей голову отрезал. Да. Она меня с одного удара выносит. Обалденно вообще. Я самый лучший игрок в эту игру. Щит. F. E. Какой нафиг тепловизор? Мне щит показали. Что это? А, это менять. F. Это выключается и включается у меня этот. Чш. Как ведет. Тихо-тихо-тихо-тихо, давайте, короче, собирать. Да, я богач прямо. Черт, она близко. Вот я так и думал. Я не знаю, как я... Я не знаю, как я пройду, я, похоже, буду бегать от... Как куда забраться-то? На тебе. А, все, понял. Взяли, побежали, все. Да ты еще вы... Вода! Черт. Плыви. Плыви хоть как-нибудь. Так. Куда? Где выход? Голова. Побежали. Я выдохся. Зашибись. Вот сюда. Быстрее. Черт, давай быстрее, быстрее. Ух ты. Фух. Сколько у тебя? У тебя куча монет. Нифига. У меня мало монет, 7. Ну чё, помогла нам эта фигня? Ну, вот именно. Просто надо успевать их взять. Так. Что это? Что это? Чужие. Убил.
под... Нет, они бегут. На меня. Видишь? Чё, типа, самый крутой, что ли, да? О! О! Смотри. Сразу 11 монеток стало. Нет. Камешек. Не знаю. Кидаться им. Копьёшка. Она большая теперь. Вы это не заметили? Она больше, по-моему. Нет, не время. Да хоры нажимать на мой сканер. Блин, надо вырезать этот момент. Кто? Так. Ну это относительно просто и относительно сложно, потому что, ну. Да иди ты. Все. О, господи. Все, проще некуда. О, бочка! Бах. Нет. Так. Да кто меня ударил? Я книжку взял. Да кто меня убьет? Змея, зашибись. Так, умри. А, нам нужен ключик. О, лук. Змея. Книжка. Отлично, у нас три книжки, мы можем свою способность какую-нибудь себе купить. И хотя бы замедлить ее. Черт, она, вот она. О, чувак, у нас еще копье есть. А, нет, нету. Да, только перед этим еще надо сделать так, чтобы она по мне не попала. Она с одного удара меня выносит. Это меч. Да, а ты чё? А ты еще думал? Еще они тут бегают, зашибись. Копье! Да как они меня убили-то? Да блин. Все, сейчас я... Короче, я, наверное, пройду этот уровень и закончу. Мы, наверное, очень долго играем уже. Всё. Да блин, кто? Нету змеи. Она меня заметила? Ну, музыка началась. Ай, да... Откуда ты взялась? Слушайте, это, по-моему, второй Dark Souls какой-то. Третий, точнее. По счету. Давайте сразу начнем так с гидры. Что это? Нереально, давайте начнем с гидры тогда сразу. Че выпил? Так, тут ее нету.
Откуда, почему у меня ножик этот? А, точно. Давай, убей. Все отлично. Бери, это череп, черт. Так. Вот, чувак. А, это gain health. Нет, это ловушка. Меня штырить начало. У нее ключ. Вот он забрал голову. Ё-моё, она врезается в меня. Зашибись, она меня убивает. Все. Понятно, надо, короче, по кругу бегать и за копьем ходить. Дубль. Какой, 10-й, что ли? Не, 10-й. Ходим, короче, и всех мочим. Это самый идеальный момент. Да? О, спид. Еще хелсы у меня. Давай купим, если что. Да кто меня бьет? Все, хилсы восстановлены. Да ты, падла! Она там. Ну давай, иди сюда. Все, готов. Никто. Уйди! Уйди! Уизидей! О, точно, изыди! Вот мое любимое слово. Вон она, эта засранка. Иди сюда! На, голова упала! С этой! Побежали! Вот хитрая. Все, теперь побежали. Копье бери! Так, фух, побежали. Так, фух, все, копье не буду подбирать, потому что это уже бессмысленно. Давай, 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 фух. Книжка. Плыви, плыви, вон он, выход. Фух, давай, 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 давай. Давай, быстрее, давай, 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 идите в жопу. Одна монетка. Зашибись. 8 монеток. Сколько? Гендальф, иди сюда. Гендальф! Гендальф, давай ты меня... Я тебя подкуплю. Если 8 монеток, это не арбалет. Логика. А, блин. Нет. В общем-то, что... Я думаю... Пока. На этом, думаю, я заканчиваю. И я вам говорю всем спасибо за просмотр. С вами был Предатор. Пощелчок. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, зовите друзей, пишите свои комментарии. Всем до новых встреч. Всем пока-пока. Всем привет, друзья, с вами Предатор. И сегодня мы играем в игру Evil. Сегодня...